за выдающиеся достижения и вклад в развитие фигурного катания. Так называется номинация, в которой мы сейчас вручим премию «Хрустальный лед». И для объявления и вручения награды в этой номинации мы приглашаем на сцену председателя технического комитета Международного союза конькобежцев, многократного чемпиона мира и Европы, первого олимпийского чемпиона в танцах на льду Александра Георгиевича Горшкова. Я сразу хочу пригласить еще одного удивительного человека. Елена Анатольевна Чайковская. Я хочу, чтобы мы вместе со зрителями и с вами посмотрели на экран. Узнали? Дайте нам знать. Выразите свою любовь. И я чрезвычайно горд тем, что являюсь одним из ваших многочисленных учеников. И для меня особая честь сегодня вручить вам эту награду и объявить вас победителем этой одной из самых главных номинаций. И со своей стороны желаю здоровья и дальнейших успехов, Леночка. Мы тебя очень любим. Спасибо. Елена Анатольевна Чайковская. Спасибо любимым зрителям. Спасибо всем моим коллегам. И поверьте, самое приятное – получать этот приз из рук выдающегося моего ученика. Спасибо, Саша. Развитие фигурного катания.